Здравствуйте. Рюкзак? Нет. А, я понял. Я всегда так хожу, все нормально. Я с вашими коллегами уже беседовал, и нет никаких проблем. 5 лет хожу, у вас не будет никаких проблем, обещаю. Показываю там по телевизору, в интернете пишут статьи. Я просто всегда так хожу. Я абсолютно трезвый, плачу за проезд и так далее. Я не говорю, что вы... А что вы тогда хотели сказать? А что вы хотели сказать? Правила запрещают до сих пор. Ну, я знаю, но я единственный, кто такой ходит, поэтому сделайте исключение. Правила запрещают в наушниках, но вы же их не снимаете. Ну вот, меня предупредите, и хорошего вам вечера, хорошей вам работы, я пойду. Счастливо. Все, можно решить все таким образом. Может, я, конечно, заболтал его и сказал лишнего, но в любом случае никакой агрессии не было, что уже... немаловажно и приятно. Так что ходите босиком, говорите с людьми, не ругайтесь ни с кем.